сами все видели, начали опять плохо. Не знаю, почему так начинаем каждую игру, но нашли силы все, отыгрались. Спасибо Кириллу, спасибо Мише Воробьеву, они внесли новую энергию, новые эмоции, это нам помогло. Драйв какой-то появился, вот начиная со второго периода. Тренеры так поработали с вами в перерыве? Ну, и тренера, и мы сами, понимая, поняли, что надо более-менее играть активно в атаке, прессинговать, потому что они начали ошибаться в защите, не выводить шайбу в зону, и нам это помогло, и они начали удаляться. Мы реализовали большинство, и от этого так все получилось. Начали год на выезде не столь удачно. Как-то психологически переживали по этому поводу перед матчем со «Спартаком»? Так как, надо забывать проигранные матчи, потому что это уже история, надо на каждом матче сразу по-новому, но опять же, я повторюсь, мы почему-то не можем начать хорошо с первых секунд, с первых смен, и не знаю, почему надо об этом думать, разговаривать, чтобы такого не было, потому что плов это не будет прощаться, и там надо по-другому играть. Впереди «Торпедо», что скажете об этом сопернике? «Торпедо», сами знаете, жесткая, цепкая команда, тяжелый хоккей будет, я уверен, и такой догола, можно так сказать. Но мы будем бороться, мы с такими соперниками любим играть, умеем на них более-менее настраиваться, и я надеюсь, все будет хорошо. Упорная борьба вот сейчас между нами и «Трактором» за четвертую позицию. Принципиально занятие? Да, конечно, принципиально. Нужно как можно выше занимать строчку в таблице, и мы стараемся, конечно, догонять их, обгонять, и... Ну, мы стараемся, в общем, делаем все для этого.